вечер с открытием сезона котельного. Дядя Юра приехал на каток. Каток. Ну без рыбы, рак рыба. В плане проката вообще шляпа. Помещение для переодевания грязное. Коньки не точенные. Я ладно хоть на своих приехал, ребенка взял, они вообще как яйцо круглые. Меня увидели, что я с камерой. Начали оперативно чистить каток. Вышел на лед. Парк Николаева. Госпожа Салаева рекламировала эту территорию. Одни коньки взяли в прокат для ребенка. Но они ну, реально неточные, их точили, может, год-два назад. А мне ответили, не хотите, не берите. Вообще забрали. Ну, лед так себе. Нет, увидели с камеры, тут начали сразу чистить.